Сейчас у дачников золотая пора. Урожай уже практически собран. А укрывать растения на зиму еще рано. Значит, есть свободное время облагородить беседку. Обычно садоводы в ней не только отдыхают, но и хранят инструмент, удобрения. Выглядит это не очень опрятно. Предлагаю смастерить на тумбы дверцы и скрыть за ними все содержимое. Сделать это настолько просто, что справится даже самая хрупкая девушка. Делаем замеры длины и ширины конструкции. С этими данными отправляемся в строительный магазин. Находим вот такой сосновый мебельный щит и просим распилить его по вашим размерам. Смотрите, как точно мне все сделали. Там же в магазине я купила вот такие деревянные бруски и тоже попросила их распилить. Зачем они нужны, покажу чуть позже. А пока все это добро надо покрасить. Я использую меловую мебельную краску на водной основе. Она прекрасно ложится на деревянную поверхность. Совсем не пахнет и сохнет всего за полчаса. Чтобы не было царапин, покрываю краску матовым лаком, тоже на водной основе. И все готово! Можно начинать монтаж! Использовать буду сверло с победитовым наконечником. Оно особо прочное. Сверлю отверстие в бетоне. В них вставляю дюбели. И саморезами креплю боковые планки. Чтобы соединить планку с дверцей, понадобится петля. Закрепляю ее сначала на двери, а потом прикручиваю к планке. Оп! Ну хорошо же получилось. Прикручиваю к каждой дверце мебельные ручки. Они продаются в тех же строительных магазинах. А чтобы дверцы плотно прилегали, устанавливаю магнитные защелки. Они состоят из двух частей. Вот и все. Принимайте работу. Напомню, так было раньше, а вот так стало теперь. Совсем другое дело.